Казахстане все расходы депутатов парламента оплачиваются из бюджета. По некоторым данным, на одного депутата в год из бюджета уходит 92 миллиона тенге. Мы в Казахстане работаем на протяжении долгих лет. Депутат Тараханды Гацур. Депутат Тараханды Гацур. Депутат Тараханды Гацур. Приветствую всех зрителей, подписчиков. Это канал «Максимум». Самые актуальные и горячие темы. Срочные скандальные новости, которые обсуждают весь Казахстан. Сегодня, 29 января, смотрите в этом выпуске. Вчера рассказывали, как Казахстан возвращается в бесславные 90-е. Люди вновь не то что не получают достойную зарплату за тяжелый труд, но иногда даже ту, которая причитается, и вовсе не получают. В этой связи особо интересно отношение к разрастающейся по стране проблеме депутатов. Здесь по традиции все крайне цинично и без изменений. При этом один из таких народных избранников вообще вопрошает: депутаты здесь при чем? Причем то, что просто нагрудный значок каждого депутата натурально золотой и стоит столько, что простому рабочему нужно работать минимум 3 месяца, чтобы оплатить стоимость такой побрякушки. И еще, знаете, с трудом, да и вообще не верится, что у таких контор, как золотодобывающая компания и нефтяная компания, а именно рабочие этих предприятий в Актюбинской области требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. Так вот, с трудом верится, что у таких предприятий вообще могут быть проблемы с зарплатным фондом. Почему? Обо всем это подробнее на канале «Максимум».